Сейчас, друзья мои, мы с вами находимся в святая святых в моей подземной лаборатории. Мы уже с вами видели необыкновенную коллекцию, одну на всю Россию, повторяться не буду. Смотрите видеофильм под названием «Золотой запас России». Он стоит нетронутый, лучшие в мире сорта. Вот, выдерживающие мороз до 40 градусов, которые не нужны науке, при том, что в сибирских институтах отставание идет лет от 100. Его можно было сократить примерно, по моей методике, до 5-7 лет. Вот видите, еще раз показываю. Почему? Потому что это прощальная гастроль. Вот, продаю садоводам-любителям, большую часть из них пропадет. Ну, не взойдет, будет съедено мышами, будет глубоко закопано и будет через несколько лет сгниет. Вот, ну, несколько сот человек моих явных последователей вырастят все это, повторят, пойдут дальше. Ну, по моим прикидкам, надо для этого лет 50. Я боюсь, что даже люди среднего достатка не доживут до этого возраста. А почему я вам показываю, прежде чем перейти к следующей теме? Это очень просто. Потому что в следующем году, если будет нормальный урожай, такой же, или пусть даже в два раза меньше, будет собран свежий урожай, это все будет выкинуто. Выкинуто то, что цена ему равна бюджетам всех сибирских северных институтов, научно-исследовательских и всех ГСУ, госсортовоспитательных участков, имя которым «Легион». Ну вот, заранее попрощались, шансов на то, что на востребованность ноль целых, может, одна тысячная. Нет, для этого надо, чтобы там поменялась власть в науке. Ну а сейчас то, что я сказал, еще одна святая святых, вот это уникальное здесь находится. В этих упаковках уникальные веточки. Я хочу вас познакомить с технологией их хранения и рассылки. Это супер важно, это сверхважно. Почему? Объясняю. Дело в том, что я свою бытность молодым садоводом тратил деньги, выписывал и столкнулся с таким явлением. Но если я за все время выписал 10 посылок, то 8 из них были негодные, сухие, гнилые или просто мертвые. Вот, просто мертвые, и здесь работа почты, долго идут в этих поездах. Здесь и работа самих садоводов, не имеет ни малейшего представления, как выписывать. И если я даже получал не мертвые, Господи Боже мой, господин, даже не называя даже не сало, пусть живет из Смоленска, присылает, а там приросты последнего года, размер со спичку, остальное двухлетний прирост, а там плодовые веточки. Короче, сразу с посылки в мусорный ящик. Вот, садовод из Воронежской области, очень известный, присылает, потом я ему звоню по телефону, говорю, а почему у всех абрикосов сортов уникальнейшая коллекция. Черные почки. А что вы хотите, говорит он, у нас до Нового года была плюсовая температура. Так, и сразу переход на сильный мороз. Вот, он еще выразил недоумение, что же хотел такой климат, чтобы я ему, чтобы он, что я еще надеялся на какие-то здоровые ветки. Вот, и назову пару фамилий, это Латинков. Присылал качественные черенки. И Мараховская Ирина Владимировна, Москва, суперсадовод, тоже присылал качественные. Вот на этом кончается моя, как бы ее назвать, моя... Это. А потом я стал ездить и сам все добывать. Выбирал, привозил. Ну, отсюда и коллекция собралась. Ну, теперь смотрим. К сожалению, вот это весь запас на зиму. Все. Вот тут их порядка 400 штук. Так, могло быть, как в старые времена, 5-10 тысяч.
Вот. Но этого больше никогда не будет. Я оказался в странном положении. Не, вначале я все-таки немножко охранений, потом уже философия. Итак, пакетики выглядят вот так. Вот, допустим, вот он пакетик, вот написано «Порт кроваво-красный». Многоразовое использование, много лет. Очень толстый полиэтилен. Завязываю насмерть. Минимум воздуха внутри, чтобы не было лишнего сушения. Хранение идеальное. Что себе храню, что на продажу. В таком виде. Результат один и тот же. Я привык. Я купаюсь в положительных отзывах, а не в отрицательных. Вот так. За все годы был один случай, когда меня обвинили в том, что я заморозил. Прислал замороженное, а выслал-то я в ноябре. Вот. А мороза еще не было, до 20 даже. В общем, человеку захотелось вернуть деньги. Видимо, очень нужны были деньги. Так, и получается, что хранение при температуре. Сейчас смотрим на градусник, я надеюсь, вы увидите. Я хочу быть полностью 100% объективным. Вот, я вот не вижу через камеру. Значит, сейчас 0 градусов и 4 десятых, то есть меньше 1 градуса. Если видно, видно, нет, поверьте на слово. Вот это и есть оптимальная температура хранения. Попутно, потом забуду сказать. Вот видите, там внизу отравленные зерна. Один год поели мыши, это тоже хороший совет. СЭС, вот, 300 грамм зерна купил, раскидал. Тут, там, там, там. По всем углам. Почему? Увидел живую мышь. А она мне просто напомнила то, что примерно 5 лет назад меня мыши съели. Это не съели целиком, но надгрызли. Вот умудряются, да? Смотрите, вот такие полиэтиленовые съедают. Такие еще быстрее съедают. Вот это временное хранение. Сейчас, видите, я уже приготовил следующий вот пустая. Она будет всегда перепакована. Потому что то, что мыши не съели, вижу, что и не ели почему-то. Но это еще не гарантия, что их нет, или что они чуть-чуть попробовали, отравились. Почему? Потому что зерно имеет свой, так сказать, предел прочности, предел работоспособности. Через месяц они будут съедобны. И травить мышей не будут. Срок хранения не больше месяца. Итак, значит, вот эти вот черные мышки едят с удовольствием. Прогрызают и едят кору. Я потерял не так много, но обидно. У меня черники вот эти необыкновенные. Они не имеют аналогов во всей Сибири. Вот. И есть, правда, и распространенные, но об этом чуть позже. Главное, я уже сказал, спасение от мышей только зерно. Вот, сейчас 14 ноября, и они перебираются на зимнее хранение. То есть полевые мыши становятся мышами гаражными. Итак. Значит, про это я сказал. Теперь так, да, ну, тут этот процесс позади, может, мы еще вернемся ко мне в сад, или это будет второй серии, или пойдет первая серия, то, что я говорю, второе. Вот, универсал Бугоркова, оптимальный садовый вар, потому что при температуре 0 градусов им можно мазать, когда другие вары более твердые годятся только при температуре 10-20-30 градусов. Вот такая проблема решается таким путем. Торцы замазывать обязательно. Почему? Я видел у местных, у одного, правда, местного садовода, саженцы рослые с отрезанными ветками, не замазанными. А мы не практикуем, гордо сказала его жена, нашла чем гордиться. Вот. И крайний случай произошел, когда я с нетерпением в течение месяца ждал посылку из Франции. Наши русскоязычные мои друзья были в саду, который специализируется на рассылке черенков. Вот, все без обмана, потому что этикетки были, ну, красивейшие, ну, прям как будто их делали специально это, с гравировкой. Вот. А черенки пришли, размер у них был, вот мои пальцы, чуть толще. А обрубки, видимо, приросты были 1,2 метра, у меня есть такие. И вот в нижней части вот эти вот самые, с самым внизу, вот, представь, что они растут. Что это основание ветки. Они совершенно были непригодны к прививке. Я их как ни старался, я бы и не смог привить. А я их выкинул по одной причине. Торцы были не замазаны, они были абсолютно сухие. И то, что я держал в воде их несколько суток, не помогло.
они уже были мертвые. Прислали из Франции дрова. А там были абрикосы, плоды которого 150-160 грамм. Я бы вырастил, с моими хитростями я бы вырастил. До 110 мои украинские абрикосы и дальневосточные растут, ничего им не делается. Так вот, это я сказал, теперь хранятся, да, время сбора, это вот эти дни, я назвал сегодня 14-е, а резал я 13-12 ноября. Календари лунные я не смотрел, это естественно. Так, что еще вам показать? Ну, рассказать хотя бы, что такое современная коллекция. Вот. Есть надежные старые сорта, видите, Слава Мичуринской яблони. Вот, прекрасно, да. А почему здесь так мало? А потому что деревья, это, у меня были уничтожены. Вся моя жизнь, я вынужден сказать, почему, потому что это трагедия, когда имеешь уникальный сад. Но это примерно как Третьяковская галерея находилась бы, допустим, где-нибудь в окрестностях Саяногорска. Вот, и без охраны. И однажды ее бы сожгли. Потери были бы миллиарды долларов. Вот, никто бы за это не ответил, но у Третьяковской галереи есть охрана. У моего уникального сада, естественно, охраны не было. В кармане ни гроша. Вот. И результат. Сдал в аренду. Сад был сожжен в 2005 году. Заложен в 92-м. В 2005-м сожжен. Остатки 3 года плодоносили. В 2008-м его дожгли. Вот. Ну, кто будет искать лихих ребят на мотоциклах? Кому они нужны? Сгорели. Если не миллиарды, то миллионы долларов. Учитывая качество. Вот там у меня было. Я целые огромные мешки нарезал вот таких черенков. Для всей России. Потом весной я их сжигал. Даже где-то фотографии есть. А сейчас смотрите, несколько десятков яблонь в моем саду удачном. И заметьте, время было такое славное, что никакой надежды на справедливость было нет, да и уже не вернешь то, что сгорело в огне. Вот. И что получается? Вот эти вот годы. Это получается саду сейчас примерно 7-10 лет. Посмотрите на фотогалерею, увидите невероятные фотографии. Причем еще не все, я постеснялся все выставить. Вот там есть фотографии до первого пожара, между первым и вторым пожаром. Дальше между после второго пожара. Вот, причем первое и второе не обязательно уступали, а некоторые превосходили по качеству третье. То есть я потерял уже тогда много клонов. Вот. Знаете, один пример. Я наплевал кучу груш на яблони, у меня их было 1500, больше яблонь, прямо в крону культурных, и они пошли. Вот. Но они стали неправильными. Они, у меня один сорт, сейчас не помню, вот, за 200 метров, как лампочки горели ярко-розового цвета. Вот. Представляете, что сгорело? Догадывайтесь. Вот. Чудеса, которые невиданные, то есть вегетативная гибридизация, она до конца еще не использованы ее резервы, отдельно будем говорить. Зимой на кухне за чашкой чая. Теперь я возвращаюсь к тому, что вот этот небольшой сад, я буду рассказывать, надеюсь, о том, что посылки собираются из качественных черенков. Я покажу нарезку именно качественных черенков, потому что иначе вам удачи не видать. Знаете, большинство садоводов удавятся, но никогда не отрежут ветку практически целиком. Никогда. Почему? Они не враги своему саду. А это значит, что у вас никогда не будет качественных черенков. Вот полная нарезка, кроме трех нижних почек. Вот это вот, что вы видите. Вот, и видите, как их мало. Это на всю Россию. Когда-то было раз в 50 больше. Теперь получается так. Значит, ну, из яблонь просто то, что будет разослано в течение недели, больше никто никогда не получит. Сейчас поймете, я вас интригую, в чем. Слава Мичуринска. Лучший. Нет, я вот признаю два лучших сорта Мичурина. Это пипин шафранный и вот этот Слава Мичуринска. Морозостойкость сумасшедшая, вкусные плоды и лежат всю зиму. Здорово, да? Апорт кроваво-красный, до 600 грамм весом. Тоже чудо из чудес. Вот, и в Сибири уже вот одна зима 2001 года так подмерзли, жутко было смотреть, часть погибла. Но с тех пор уже и подмерзания не было. Вот, с тех пор то ли привыкли, но такой мороз больше не повторялся, когда неделями за 40
на заводе работал, сколько раз видел 45, 46, 47 на табло, которое это, мы любовались, других тогда источников не было. Это 2001 год. Что еще интересного? Смотрим. Антоновка, но вопросов нет. Тоже. Это надежно, это старина. Это в каждом саду должно быть. Вся Европа его использует в качестве подвоя. Вот. Но настоящая Антоновка осталась только в Сибири. Все. Испортили, ребята. Это признание ученых. Вот. А вот Алма-Атинский. Ну, что я вам скажу. Вот. Он тоже очень крупный. Вы знаете, может быть, какой-то... Не буду подробно говорить. 200, 300, 400 попадаются 600-граммовые. Вот. И тот апорт, и тот апорт. А название одно, а яблоки разные. И видите, что это единственное, где полно листьев. Вот. Ушел в зиму с листьями. Поздно просыпаются почки, поздно засыпают. Не хватает ему нашего сибирского лета. Ничего. Жив курилка, живы курилки. Ну, еще что-нибудь покажу. Что-нибудь еще. Спартан. Ну, для меня там я хотел достать, просто стыдно. У вас есть спартан? Нет. Считает меня неполноценным. Ну, сорт средний достоится. Ладно, пойдем дальше. Вот. Нарядная Фимова. Один из мировых лидеров. Золотая медаль, международная, гран-при. Вот, у нас она весьма прилично, у меня уже давно не замерзает. Погибло у меня два дерева, которых я изрезал все на черенки. Два живы. Так. Смотрим еще. Груша космическая. Чудо из чудес. Сладкая у меня. Находит первую пятерку самых сладких. Так, воронежская. Ведь интересно, что... Вот, допустим, мы не знаем, вот, может быть, фотографию покажу. Мы не знаем, как она выглядит на исторической родине. Насколько она хороша. По Мичурину всегда, как не новое место, что-то не то. Или хуже, или лучше, но не так же. Тут он все перечисляет. Несколько факторов. Я с ним согласен. У нас Воронежская оказалась незамерзающая. Вот, наряду с Ладой. Потому что она такая же вкусная, такая же урожайная. Так, ну, немножко различается. Но главное, что тоже входит в первую пятерку. Ну, куда от нее деться, когда... следов подмерзания никогда не было, и при таком вкусе я, то весь импорт, который лежит в наших ларьках и на рыночных этих развалах, таких сладких я не встречал. Вот. Я думаю, в Сибирь уже может быть. Подчеркиваю, это все надо прививать на сибирские, вернее не так, на уссурийские груши. И я вынужден выразить свое сожаление. Все по-старому. Опять, вот почитайте мою гостевую книгу моего сайта, опять. Я питомник, а питомник, спрашиваю, наученная вами, на что груша привита. В общем, на все, кроме груши. Вот это идиотизм, присущий, к сожалению, профессиональным питомникам. Это не личное дело, это халтура приняла масштаб государственной измены, я так называю. Потому что государственная измена, это когда мы тратим деньги, теряем годы. Вот, нас фактически обворовывают, прививая на межвидовые прививки. То есть, делая межвидовые прививки, никто не несет за это ответственность. И никогда нести, к сожалению, не будет. Мои вопли, это вопли этого самого пустыни, как там называется, гласящего. Ну, ладно. Так, смотрим кандиль Орловский. Вот, тоже замечательный сорт. Так, просто сейчас пробегимся. Вот, ну, пришла пора, наверное, показывать абрикосы. Вот, видите, у меня был академик. Сейчас у меня в двух пакетах академик. Написано на одном один, на другом два. Ну, вот, на котором написано один, это действительно академик, а на котором два, это уже новое название. Я его внедряю в сознание масс. Как в свое время внедрил в сознание масс понятие такое. Абрикос бай-левицкий. Это моя работа. Я внедрил в сознание масс абрикос, это персик бродский. Я внедрил в сознание масс черешня боднар. И, наконец, абрикос курдюмов. Это моя работа. Мне за это полагается общественное
общественное взыскание, как бы в царское время было, позорный столб, порка за то, что я взял на себя функции науки. Вот. Но и другого выхода нет. Надо их идентифицировать, надо выделить, посмотреть на фотографию, вы поймете, что есть академик, а есть академик, то есть я их пока условно академик 1, академик 2, вот, поэтому академик 2, это академик, то есть это Абрикос Кульгюмов. Вот, и это все, что предназначено на рассылку, все, извините, больше нет и не будет, деревья растут, я сказал им по 7-10 лет, они дают, некоторые уже дают урожай до 20 и более ведер, так, и стариков 20, там 22-25 30 лет осталось единицы, почему, потому что это уже дачный участок, вот. Им одновременно маточный сад, с которого путем нарезки вот этих же, но уже немного, а когда-то до 10 тысяч черенков путем нарезки, я уничтожал своими руками все подряд. Вот, полюбовались, идем дальше. Десертная, видите как. Вот. Ну, имею я право к слову «бай» добавить слово «десертное», как вы думаете? Опять разновидность. Ну, это для внутреннего пользования. На черенке будет написано «бай», а десертное – это чтобы я различал, что еще есть «бай» левицкий. Мне от этого деваться некуда. Идет время, расщепление свойств присуще оказывается. Само глаза на лоб полезли с годами. До сих пор нахожусь в состоянии, как будто бы мне мешком из-за угла по голове таким 50 стукнули. Вот. Повторяю, расщепление свойств присуще не только при семенном размножении, при скрещивании, вот. Но и при вегетативном размножении, то есть при прививках. Вот. Дальше продолжаем. Так, тут упорно ищу название сорта. А вот оно. Написано здесь «Амур». Вот. Я еще похвастался, не пожаловался, что мало здесь черенков. И всей России только самым отчаянным достанутся 20-30 посылок, будет по 20 черенков, все. Вот. А причину я сказал, деревья, когда сильно взрослеют, у них ветки становятся непригодны к обрезке. И будучи в саду, я вас научу отличать натуральные ветки от искусственных, от, так сказать, неполноценных, как бы их еще назвать. Ну, я потом придумаю какое-нибудь хлесткое название. Вот. Ну, чтобы не интриговать сильно. Отрезается толстая ветка размером с руку, наполовину, например, или с ногу. Выбрасывается множество веток, которые называются по-разному. Вот, называются, но чаще всего называют толчками. Их используют на прививку. А иначе как можно из взрослого дерева взять черенки? Никак. Они же с каждым годом все, приросты последнего года все становится короче. И что из этого следует? Из этого следует, что дерево перестает выполнять функции маточного. Накушать хочется. Отрезается, подчеркиваю, большая ветка. Появляется несколько десятков и даже несколько сотен веток, которые я называю неполноценными. Запомните, только при росте последнего года, который следует, взятый не с 50-летней ветки, 20-летней, которые наросли на ней, появляясь из почек несуществующих, то есть из клеток, то есть из ничего, когда клетки перестраивают свою программу и становятся почками, а почками ветками, а ветки эти уже неполноценны. Только приросты последнего года, которые следуют за приростами предпоследнего года. Специально сделаю фотографию, если не забуду. Итак, с этим понятно. Перед вами вот Амур. Видите, это весь Амур. А Амур, если 1000 прививок сделает Сергей Валерьевич, мой сын, питомниковод, которому я передал дела, то 500 из них будет амуров. Он самый надежный из культурных абрикосов. Надежнее не бывает. О, хорош. Так, что он должен уже покрыть всю Сибирь.
К нему по качеству приближаются манжурцы гибридные, так, потому что Амур-то их и опылял. И Амур все-таки привитый чуть-чуть получше. 20-30 грамм. Ну, кстати, я же вам показывал в прошлый раз, сейчас я попробую приблизить. И вы мне скажете, нужны вам такие вот банки, вот которые слева? Нужны вам? Я считаю, что да. Ну, кто-то скажет, даром не нужны, на рынке купим. И закатаем. Ага. Отраву закатайте. Идем дальше. Теперь мы смотрим на академик. А, тот самый, академик один. Я уже об этом говорил. Есть академик классический, есть академик Курдюм. А вот теперь смотрите. Величайшая ценность. Вы знаете, если я вам скажу, что это дикий манжурский абрикос, кто-то сразу плеваться начнет, кто-то губы подожмет. И зря, ребята. Во-первых, уже не дикий. Вы знаете, когда у меня был Курдюм, а я по привычке, она есть привычка, никуда ты не денешься. Я все говорю, подвои дикие, привои культуры. На самом деле, подвой может быть культур не привой. Если вас еще при этом надует, то уж точно будет подвой культур не привой. Но я никого надувать не собирался, уж когда приехал суперавторитет, я все еще говорю, Дикарь, он взял меня так это, ласково пожил. Олег Константинович, называйте вещи своими именами. Пожил в саду, манжурец. Какой он дикарь? И теперь это садовое растение. И вот уехал Курдюмов. Вот я почему восхищаюсь такими людьми. Вот, уехал Курдюмов. И на следующий год у меня заплодоносили. А я-то все еще где-то думал, что они будут все похожи на родную маму. А точнее, я ее называю, учитывая гигантский возраст, то есть 30-летний возраст и гигантский рост, я еще называю его манжурец-патриарх. Уже вся Россия про него знает. Потому что, когда приезжали ученые с Абаканского института аграрных проблем, а один из них, Доскобилов, то, что он полот занимался, завлаб, кандидат наук, занимался всю жизнь, большую часть жизни абрикосами по всей округе, а у нас абрикосы, это самое, лучшие годы стоили столько, сколько и эти картошка килограмм на килограмм, ведро на ведро, прям один к одному, вот. И, по его мнению, такого он не встречал ни разу. Ну ладно, попался мне, значит, равнинный манжурец, который отличается гигантским ростом, но несъедобный. И вот Курдюм уезжает, а на следующий год у меня заплодоносили сразу десяток. И они все оказались слаще манжурца, чуть-чуть крупнее, и раскраска оказалась. Ну, раскраска, я тут много примеров приводил. Телегония, прямой половой контакт между деревьями, влияние подвоя, которое почему-то, знаете, как было, привой погибает, а подвой продолжает расти. А я махну рукой, думаю, дай расти ты, надоел ты мне. А он раз, дает прекрасные плоды. Пусть полукультурные, уже близкие, допустим, к тому же самому Амуру. Или, например, академик погиб, а потом выросло нечто по форме такие же, как академик, только размером с манжурца. Ну, много чудес всяких. И вот в этом мешочке, а тут их всего 20 штук, хранится будущее российской науки, которая об этом не знает и знать не хочет. Ну, в смысле, знает, но работать не хочет. Их надо что сделать? Это же ветки, их надо привить. И вот этих вот манжурцев-то развести в чистом виде, привитом. Вы помните мои лекции? Мы для чего делаем прививки? А, увеличиваем морозостойкость. Вот, кстати, с этим не согласен сам великий Мичурин. Ну, ладно, вопрос спорный. А первый пункт пока откладываем. Мы сокращаем время плодоношения. Может заплодносить на второй-третий год. Здорово. И там еще несколько пунктов, я сейчас повторяться не хочу. И, наконец, чистота сорта в большинстве случаев. Представляете, что вот эти вот, это было срезано с трех дерев. Я специально не стал их делить. У меня они пронумерованы. Манжурец номер один, манжурец номер три, манжурец номер пять. Ну, чтобы не путать. Но я на всякий случай еще что сделал? Я их взял с трех деревьев в одну кучку. Вот что вырастет в научном институте.
Вот, то вырастет. А дальше, как я обычно привык, горькая шутка, в скобках, хохот в академическом зале. Сейчас разбежались. Вот. Жимолость заниматься будем, сказал бы очередной профессор. Ой, так, теперь. Итак, мы откладываем вот это вот. Я уже неделю, как начал продавать, начинал нарезку по нескольку штук, ну, для самых нетерпеливых. Потом начал продавать. И вот эти самые нетерпеливые, ни один не заинтересовался. В изыске абрикос, представляете, груша чижовская, хороша. Помните, я говорил про золотую пятерку? Вот. Это клоновидная яблонь, вот он баргузин. А вот КВ-7. КВ-7 мне дала мировой рекорд. Вот, сейчас я вам покажу эту фотку. А баргузин — это вообще чудо из чудес. И получается, что у них есть будущее, но надо вести ту работу, которую вел Желез, и продолжать. Я весь институт заменить не смог. Вот. А она заключается в том, что нужно несколько раз переносить очередное поколение на Сибирьке, отказаться от клоновых подвоев. Я все какие только слова против Сибирь этих клонов подвоев применил, вот, кроме матерных. Вот. А, кстати, у меня один видеофильм называется «Нахрена козе баян?». Вот это слово «хрен», чтобы на меня не сердились, это растение такое, чтобы меня не обвиняли в экстремизме и в этом хамстве. Вот. А почему я применил это выражение «нахрена козе баян?», потому что действительно «нахрена» в школьном учебнике биологии изложен весь идиотизм, недоступный пониманию ни детей, ни взрослых. Вот. Так, теперь вот это вот у меня что? А это что? Это абрикосы. А, бирка отвалилась, ладно. Плохих не держим. Так, слива грация. Действительно грация? Ну, что тут скажешь? Это одна из венгерок. Оказалась плоская красавица. Чернослив. Благодаря покойному Валерию Петровичу Чернышову она мне досталась. Здороваюсь с вами снова, друзья. Потому что прошли сутки. За эти сутки что могло измениться? Было несколько отчаянных просьб от людей, которые относят себя, я которых отношу к самым продвинутым, это фанатики. Я не устоял против их просьбы. Мне пришлось ездить еще раз. Кстати, я еще раз напоминаю, мы в погребе. Это такое место уникальное. Вот, вон они на заднем плане. Лучшие семена мировой практики, а на ближнем плане обыденность, кое-что я вам показал. А почему я ездил опять? Потому что, ну, кому-то нужна Фаина. Он не может теперь без нее жить, поэтому мой личный клон. Ладно, 4 веточки срезал с тоской, потому что боюсь калечить. Вот. Другому понадобилось немало. Уссурийская груша. Тут уж я отказываться никак не отпихивался. Почему? Потому что почти никто не знает им цену. Вот. А это значит, что... Уссурийскую грушу тоже можно размножать, продавать в виде... То есть нарезать, потом размножать, получать семена в виде подвойного материала. Если кто заглянет в мой каталог, который я чуть-чуть изменил, то там против нескольких пунктов что написано? Для испытателей и селекционеров. Обывателю, кто хочет вырастить из ранеток, из оккультурных сибирок, из груш, нечто съедобное, обращаться не надо. Если такое случится, то это просто исключение из правил, это просто выигрыш на лотерейный билет, довольно редкий. На чем мы остановились в прошлый раз? Да, все-таки прагматизм преодолевает, поэтому я еще расскажу, почему. Вот видите, вот эти вот заготовленные для чего? И туда будут вот эти вот черных пакетов перенесены черенки. Почему? Я говорил, мыши их любят, раз. Кстати, смотрим, мыши, хотя тут я их видел, но почему-то травяное зерно не трогают. То ли умные, то ли сытые, непонятно. То ли едят что-то другое.
но отравлено зерно ради спасения вот этих вот черенков от мышей. Далее, теперь второе назначение пакетов, вот такое, как только временное. Почему? Запомните, полиэтиленовые пакеты прекрасно пропускают воду, то есть в сыром месте они пропускают воду. Я это замечал, когда у меня мокрели косточки абрикосов, слив, вишен, естественно, теряли свои качества. Ну, естественно, что это было только раз, первый, последний раз, много лет назад. Значит, и второе, они пропускают воздух. Оставь вот тут на месяц, на два высохнут, то черенки, торцы черенков замазаны, но это еще не факт. Все равно через кожу, через кожу условное название, через кору все равно проходит влага, испарение идет вовсю с веточек. Ну, еще немножко договорю. Дело в том, что в прошлый раз я остановился на вот этой узкой красавице, да? Значит, я что хочу сказать. Жил-был в Саратове уникальный садовод. Много печатался при усадебном хозяйстве. Найдите его материалы в старых журналах, подшивках. Вот. Чернышов Валерий Петрович. Несколько слов вынужден о нем сказать. Вынужден, потому что иначе я на тот свет не смогу спокойно уйти. Уникальный человек, добродушный, без всяких условий, славный, слав много что. Вот один из шедевров перед вами. Вот это есть черенки узкой красавицы. Сейчас у меня до сих пор последнее дерево, больше 20 лет. Оно все еще живо. Первое поколение. Продолжать не стал, а точнее сказать, не смог, как я не... Хоть я и хвастаюсь, что заменил несколько институтов, но все институты полностью заменить не смог. Значит, продолжения в новых поколениях не было. Продолжайте вы, друзья. Вот они, знаете, сколько я их тут смог нарезать? Ну, десятка полтора. Вот, дело Валерия Петровича пропасть не должно. Она шикарная, фотографию демонстрируется, убедитесь, и очень морозостойкая. Вот, до сих пор живет, без всяких условий до сих пор. Видите, режу черенки. Теперь... Значит, Валерий Петрович уже на том свете. Вот. У меня есть материалы его. Кто напишет на мой электронный адрес. С просьбой вышлю. Вот. Его статьи, которые я собрал в один файл. Теперь, значит, пойдем еще что-то. А, самое главное, почему я его боготворю. Понимаете, я был не тупой, но абсолютно неопытный и доверчивый страшно. В то время вера – печатное слово. Поэтому у меня первые деревья были изувечены, искалечены и быстро погибали. Как у всех, как у всей России. Вот. И первое же совет его оказался бесценным. Он написал: берите, запоминайте это. Это еще раз говорю, я сейчас готов встать на колени некому подержать телекамеру, чтобы я встал на колени и еще раз сказал ему спасибо. Но мысленно становлюсь на колени. Он написал: берите на прививку черенок, вырезайте из нижней третьей ветки. А потом уже... И назвал это обоснование. Там больше пластических веществ. И вот тогда дальше я пошел своим путем. Но пинок или направление, вернее так, образно говоря, пинок в верном направлении дал Валерий Петрович Чернышов. И потом я уже додумал, ну, по принципу, раз нижняя треть, то почему не нижняя четверть? Почему не нижняя пятерть? Почему не нижняя шестерть? Поняли? И, наконец, я добрался до сам, начал брать черенок с самого низу. Так, теперь, потом перешел по двое, то же самое, с самого ниже, ниже, ниже. Потом я когда сравнил, оказалось, что совет прививать на высоте, допустим, 40 сантиметров, это не просто плохой совет, это очень плохой совет. Это невероятно плохой совет. Разница гигантская, разница огромная. Прививайте у самой земли. Вот, на пинок я получил, теперь я переправляю его вам. Потому что я проделал следующий путь уже в том направлении. Осталось просто додумать, да, так сказать, доэкстраполировать. И вот что мы имеем. Теперь, раз уж на то пошло, сейчас, секундочку, я вытащу эту же волжскую красавицу, веточку. Вот, смотрите.
Она имеет длину 40, примерно 45 сантиметров. Вот такие я высылаю. Примерно я не мерил ни разу. Так, что мы дальше берем? Беру фотоаппарат левую руку. Смотрите, вот это вот самая ценная вещь. Только для селекционеров. Хотите самые нежные сорта испытать, и не просто испытать, а не потерять годы. Вот это для вас. Так? Для питомниководов. Естественно, речь идет о улучшенной капулировке, просто капулировке. В крайнем случае делается клин, вставляется в расщеп. Если по двое, толще в 2-3 раза. Дальше. Вообще толще, если. Теперь, смотрите, вот эта часть, видите, чуть выше. Это нижняя часть, что под большим пальцем, и вот это между пальцами. Это для питомниководов. И опять только эти способы. Так. И, наконец, если ветка бесценная, одна единственная, то вы еще берете вот это. Третья часть. Вот это все. Ну, обычно прививка 2-3 почки, и почек получается больше на этом черенке, потому что 1-2 почки попадают еще под нож. И, наконец, отсюда и до самого верху все это выбрасывается. Почему я высылаю такую? Они, то есть чуть больше половины идет в дело. Они сразу не обрезаю, не оставляю огрызок, а мне не поймут. Вот. Ну, а питомниководы возьмут и начнут. Вот почка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. И все 20 пойдут в дело. Результат. Смотрите, вот такое видели. Это в большинстве случаев. В меньшинстве, да, некоторые доходят до плодоношения. Я вынужден показать этот фигуру речи, фигуру из трех пальцев, потому что хватит уже, научитесь отличать прививки, прививка почкой, прививка лучной капулировкой, прививка в пень, в расщеп, два вторые, или просто капулировкой. Вот, второй, третий, четвертый, что я перечислил, это для вас. Все остальные способы, вырезы, вычурные, всевозможные, забудьте о них. Вот. Мы, слава богу, это самое, не работаем не, это, не в ювелирной мастерской. Нам бы что попроще. Итак, с этим понятно. Вот. Именно поэтому я второй раз решил померзнуть. На улице минус 15, погребе тот же 0. Вот, пока держится. Потом буду включать обогреватель, когда пойдет на минус. 0 это святое. Теперь что еще сказать вам про Сахалин? Вот, давайте так, еще немножко о том, что мы имеем. Мы имеем, почему? Потому что то, что мне пришлось дорезать, ну, как-то неожиданно для себя. Но это в прошлый раз дорезал. Вот, китайки, они все у меня делятся только по цветам. Ну, невозможно, нету сортов, не знаем мы. Больше их никто не знает. Вот, видите, вот замечательная вещь. И уже мельче не бывает. 20-25 грамм, вкусно, иногда бывает с легонькой горчинкой, и по двое великолепно. Вот. Персик Бродского. Ну, про него уже это, вспоминайте, не буду долго говорить. Видеоролик на сайте. Это общение с красноярскими журналистами, раз. Видеоролик на сайте. Общение с учеными с Абаканского института аграрных проблем. Там же общение с ермаковскими садоводами, ну и так далее. Вот, проехали, ладно. Просто интересно, пусть это, немного нарезал, но что-то же нарезал. Вот. Здесь войлочная вишня, шелковица. Заказывают. Почему? Потому что моя войлочная вишня, она лучше средней кислятины. Так, а шелковица, ну это, ну один заказал пока, ну каждый год не более 2-3. Это отдельный разговор. Шелковицу привить труднее, чем это, чем эту самую персик на березу. Так вот, вишня сибирская штамбовая. О, любуйтесь. Вот это вот мне заказало уже 2 человека, поэтому пришлось нарезать. Правда, с запасом нарезал 10-15, да у меня их могу и 100, и 1000, только кому они нужны. Итак, для селекционера почему? Нарезал, быстро получил на третий год первые плоды, вот уже свои косточки, вот уже вся округа в вишневых садах. Пока не прогресс, а регресс дичайший. Регресс настолько дикий по вишневым садам, что невозможно себе представить. Ведь когда-то, ведь никто этого не знает, еще во время
царская Россия, во времена Чехова Россия утопала в садах вишневых. Это она, все деревни, сейчас никто с крестьян не занимается садоводством. У меня из 100 человек 100 – это интеллигенция. Вот. Ну, может быть, самая продвинутая из рабочих дачников. Горожане все. Деревня не покупает ни одного саженца, ни одного семечка. Я имею в виду этих самых, так сказать, самых настоящих сельчан, ну что ли, природных, как еще назвать, потомственных. Все забыто. А сады умирают, а все разводят руками, они все в болезнях. Сейчас не причина мне это рассказывать. Одно скажу. Я один мог бы обеспечить семенами всю Россию. Я один знаю всю эту технологию, я один знаю причину. Читайте, изучайте мои диски, мои вебинары, мои уроки, потому что это дичь какая-то. Ведь на 1000 погребов загляните в Европе, найдите вот хоть один вот такой вот. Вот она, эта дикая вишня. Но она же во рту, ну как, это же лучший компот в мире. Она кислая, ну добавили сахару. Я же говорю о том, что и вино можно делать. Но это уже второй вопрос, как в анекдоте, господин профессор. А первый вопрос звучит так. Доколе? Сколько можно говорить, что вишня обречена в Европе? Ну, да, мешает оттепели, да, мешает много что мешает. Ну, проведите массовый посев, начните с нуля. Ну, когда-то же должен второй Мичурин появиться в Европейской России. Вот, наболело, высказал. Не аж этот, не покупал эту банку с компотом. Вот, и там такое впечатление, что не десятки, сотни тысяч плодов вместе с косточками. Каждый год все птицам достается. Никому даром не надо. Идем дальше. А, ну вот еще раз показываю. Вот это на всю Россию. Два человека отозвалось, еще два за зиму найдется. Ну, в общем, шансов ноль. Сувенир Востока. Недавно я называл сливу Сувенир Востока, и сейчас называю суперсортами Королевы Сада. Сейчас уступает первенство новому сорту. Интригую. Вот. Но я с него срезал всего одну веточку только для одного человека, который представился как агроном и питомника вот, из уважения к даме. Вот. Что за новый сорт, даже говорить не буду. Вот так. Почему? Не жалко. Интригую. Вот. Нарезал вишню жуковскую, видите? Вот она. А чем хороша? Я ее привез. У меня сортообразец. Он помельче ее чуть-чуть получился. Даже не сортообразец, клон. Я ее срезал с сада моего деда покойного. Уже и давно на Украине дом этот уже давно не наш. Он давно продан, когда поумирали все. Вот. И, наконец, умер тот, кто продал, и получилось, что я пришел, сказал, я когда-то в этом саду бегал босоногим мальчишкой, пожалуйста, можно нарезать черенки? Я нарезал черенки. Ой, ладно, про все не буду, но в данном случае вот с этой вишней результат налицо, не замерзает. Вообще, пора ее уже косточками размножать. Незнакомо замерзание, ежегодный урожай после любых морозов, но привитая на вишню сибирскую штамбовую. На вишню сибирскую штамбовую. Еще раз говорю, мой погреб – это Эльдорадо для испытателей питомниководов. Я многое сделал, чтобы их прибавилось, их уже десятки. Ну, до сотен, до тысяч пока далеко. Вот. Венгерка грушевидная, 100-граммовые плоды в отдельные годы. Чудо! Чуть не погубил этот сорт, перестал резать. Перестал, просто это. И только уступая той самой даме, у которой имеет второе название агроном, то есть для ясности, чтобы не путать ее, я все-таки срезал это чудо. Вот, не мог устоять. Китай как красно-синяя. Лучше подвой, темно-красная она. Лучше подвой, не кисловатая, ой, горьковатая кожица, но как подвой не имеет равных. Так, черешня сорокинская. Я обращаюсь уже, получается, интернет как средство массовой информации. Кому кланяться в ноги? Вроде бы из Нижнего Новгорода, может, с Великого Новгорода. Фамилию не помню. Вот прислал мне, ну, поменяли черенками, прислал мне черешню.
присылают. Ну, не верил я. Вот там бывало и морозы похлеще моих в этой же самой, на них же Городчине. Вот, не верил я. А он говорит, 40-летнего дерева. А фамилия хозяина была Сорокин. Получилась Череша Сорокинская. Присылают, смотрю, на шинки, точно. Точно черешня. Привил, ну, несколько лет прошло, дождался урожая, любуйтесь. Вылитая, 100% черешня, слаще не бывает. Вот, Средняя Азия отдыхает. Видите, как здорово. А теперь смотрите. Только по просьбе одного человека я срезал 4 черенка, и все. Все. Вот, я устал резать. Вот, косточки у меня разошлись первые 2 недели, которые не птицы съели, а я успел спасти. Вот таким образом. Так, теперь это я говорил, это у меня персик хасанский, он есть на видеороликах, надоел, вернее, не хочу вам лишний раз голову морочить. Вот, черешня брянская, вот, я бы написал брянская розовая, до сих пор плодоношения нет, но перестало замерзать. Вот, подозреваю, что это знаменитая, это уникального садовода Каншиной. Как бы ее назвать, черешневодом. Уважаю, безмерно читал. Вот. Брянск, это, хоть это юг России, но, извините, это не Франция. Она молодец. Вот 4 черенка черешня Боднера. Убедили срезать. Я ее назвал черешня Боднер. Это один из его... Он из косточки начал выращивать очередное поколение. Она уже гибридная, она уже не имеет своего названия. Вот. Ох, Боднеру досталось на съезде садовода. Нас обоих пригласили на съезд садовода России. Я не поехал, он поехал, чуть не сказал, с дуру. Вот. Умница, его даже президиум выбрали, от, так сказать, от любителей крутых. Ну и что? Досталось ему. Какое имеет право черешням давать название? Вот за это. Вот. А я думаю, ага. Мы же с наукой, как эти, в классической-то геометрии-то не пересекаемся нигде, ни в чем. Вот. Есть, правда, геометрия Лобачевского, там они параллельно или не пересекаются. Вот. Но кто должен повернуть? Пожалуйста, давайте работать. Вот. Но пока вы, извините, ваши научные журналы не напечатали ни одной моей статьи, только ширпотребовские, я их так называю, средства массовой информации. Сейчас уже, глядя на вот эту черешню Боднер, еще на кое-какие редкости, да, вот, я скажу 2 слова, постоянно забываю. Итак, звонок. Здравствуйте, Валерий Константинович, и я вам представитель журнала, дальше идет название крутейшего журнала из города, дальше идет название крутейшего города, который один из самых центров садоводства России, да, видите, как я аккуратно. Чтоб не было обид. Вот. У меня до сих пор письмо их сохранилось на моем сайте, то есть на моем почте. И вот он говорит, я слушаю, ушам не верю, Валерий Константинович, мы вас приглашаем печатать вашу статью у нас. Я говорю, да, конечно, вот, я не против. Вот. Но я говорю, для общения нужно, чтобы вы написали письмо электронное. Тогда я вышел сразу 10, 20, 30, ну, порядка 150 самых последних статей, уникальный материал, ты. Хорошо, приходит письмо, значит, высылаем вот ваш электронный адрес, шлите. Выслал то ли 10, то ли 20 для начала. Через день звонок, и вот этот же голос говорит, слушайте внимательно, нервных прошу держаться за стул, не нервных, а впечатлительных. Валерий Константинович, мы ознакомились с вашим материалом, уникальный, все, спасибо, вы молодец. Вот. Но дело в том, что, пожалуйста, дайте нам право перевести ее на научный язык. Я ошалел. У меня же простые приемы, ведь может до того напереводиться, что извратить. Главное не то, что там научным языком. Я всегда боялся извращения. То есть опять могут повернуть ту сторону, на ту же колею, где одни калеки и смерть. Вот. И я взял и ляпнул, вот что у меня мозгов-то не хватило, надо было соглашаться, а потом уже дальше воевать за, так сказать, за свои идеи. А я взял и ляпнул, говорю, а у вас что, ученые дураки, они уже простой язык перестали понимать, что ли, что обязательно надо перевести на какой-то этот, не, ну, на язык непереводимый, на неудобоваримый. И трубки гудки,
Потом пару раз недоуменно я писал ответа, не было, и уже несколько лет. Я продолжаю, как выйдет новая статья, а я туда. Как выйдет новая статья, а я туда. А в ответ тишина, а ответ не души, только как там рельсы усталые. В общем, все как песня. Ну, извините, наболело, высказался. И вот вы видите вот эту маленькую коллекцию, что-то последнее. А, Дюк Железова. Ну, это тоже есть видеоролик, называется «Взгляд за горизонт». Вот для чего я нарезал? А черт его знает, может быть, правда кому-то надо. Вот. Если вот так смотреть, да, то что уже добился. Вот. Ну, наверное, каждый черенок должен стоить не 100 рублей, 100 долларов, 1000 долларов. Вот. Любой мог бы сделать себе... Знаете, однажды еще скажу, что-то я разговорился. Потом будем долго беседовать за столом, потому что там будут другие материалы и много интересного. Когда я ехал в поезде из Москвы, с конференции, где меня лишили голоса за то, что я сказал, что надо ввести цензуру, и что это благодаря людям в погонах научных у нас в стране садоводство загибается. Вот. Я ехал обратно, и у меня в кармане было, ну, в чемоданчике, около 100 фотографий. Вот эти роскоши невиданных сортов, невиданных в России и вообще на планете. Естественно, включая все северные страны, Данию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Японию, все северные страны, Монголию, Казахстан северный, там еще есть места холоднее, чем у меня, вот, это самое, Корея и прочие северные страны. И вот человек посмотрел, и он оказался заместителем директора Новосибирского института, название забыл, там было слово... Не садоводство, там была экология и что-то через запятую. Он разволновался и говорит, что здесь 10 диссертаций. Срочно, срочно надо это самое, к вам, ученых. Я, говорит, сейчас приеду, я сейчас. Вы что, вот вам моя визитка, давайте дружить, давайте это. Все, на этом все кончилось. И последнее это самое, рассказываю, почему я вспомнил Новосибирск. Последнее, ну как бы уже... Беллетристика, ну, послушайте, и именно вот это, на этом мы фильм закончим, так? А потом будут новые, я с вами не прощаюсь. Эти фильмы моя лебединая песня. Успеть, видите, как я сижу? Вот, вот так я одет, сейчас попробую показать. Вот, потому что я себя не жалею, часами сижу, пакую эти черенки. Жалеть меня не надо, 100 рублей черенок. Так вот. Значит, приезжают три дамы с Новосибирска на джипе. Одна предприниматель, одна моя фанатка, и третья, я три дня не знал, кто она, кроме того, как зовут. Вот, они приехали, они набрали у меня саженцев, должны были уехать, и не уехали. Джип застучал. А какая автосервис Айногорске? Догадывайтесь, три дня они у меня прожили. Вот, в этой комнатной квартире мы дружно много разговаривали, я их многому всему учил. Тогда это была редкость, такие гости, я их, это сейчас я отбиваюсь, а тогда вы что, приехали. И вот третья дама, самая старшая из них, все эти три дня молчала, разговаривали только первые две. Моя заочная подруга, ну, с которой многолетняя переписка была до этого, до заочной встречи. И вторая предприниматель, тоже очень такая живая, а третья молчала три дня. И вот отходная, вечер, утром рано ему езжать, достают они бутылку коньяку, и наконец разговорилась третья дама. Говорит, а вы знаете, кто я? Вот, не буду говорить ни фамилию, ни имя, ни отчество, ни должность, ни звание, ничего. Просто она сказала, 40 лет занималась грушами. Вот, там Восхнило отделение, или как оно, или филиал Восхнило в Новосибирске. 40 лет занималась грушами. Я никогда не пробовал таких вкусных груш. Вот, я вообще не знал, что они есть на свете. А теперь смотрите, речь-то шла не каких-то этих, я-то их угощал, и они увезли саженцы. Не какие-то там заоблачных, с этих забугорных груш, нет. Название сказать? Осенняя Яковлева, да, сладчайшая, чуть ли не первое место. Нарядная Ефимова. Чувствуете, что имена-то русские, да? Память Яковлева, русское имя. Воронежская, что-то напоминает вам? Область есть такая у нас в стране. Воронежская, Смоленская. Так?
Вот. Ну, самое крутое было на тот момент лесная красавица из этого, из Бельгии. Вот, да, вот эта лесная красавица действительно она могла не знать. Вот тут свои бы. Ну, а чем занимается Новосибирск, Барнаул? Понятно, чем. Полукультурная. Ну вот, пришла пора прощаться с погребом. Еще раз облизнитесь. Вот, кто хочет иметь вот такое чудо. Здесь у меня, я туда вниз, ведь все закатки-то они вон там, а вон там, а вон люк еще глубже. Здесь бывает на минус 5, поэтому тут не сохранишь. А здесь у меня как бы это перевалочный пункт. Вот. Вот последние яблоки собрали, уже снег шел. Это, кстати, северный синап. Вот замечательный сорт. Лежат, вот, уже следующий урожай, они все лежат. Вот такие сорта есть. Они на самом деле более надежные. Может быть, благодаря сибиркам. Вот у них получается срок хранения, срок лёжкости у плодов гораздо выше, чем указывают справочники. Называют три сорта. До следующего урожая спокойно лежат пипины, шафраны, антоновка, так. Вот этот северный синап. Ну, что-то мог забыть. И, пожалуй, до следующего урожая, да. Я вот думаю, почему порог-то у них другой совсем, лёжкости? Ну, наверное, все-таки подвои влияют. А может и нет. Ну, с яблонями зимними я отвлекся. Я просто хочу, чтобы вы еще раз посмотрели на вот это чудо. Кстати, скажите, а что же тут вроде в прошлый раз больше было? Да, вы думаете, продал? Нет, спрятал еще дальше. Спрятал еще дальше. По принципу не класть яйца в одну корзину. Пусть будет 2-3. Сейчас у меня все хранится в трех местах. Вот, хотя это самое. Они и гроша ломаного не стоят, по мнению науки. Теперь, значит, полюбовались на них. В следующем году, если будет урожай, все это будет выброшено на ветер. Вот, и будем. Как бы я, не знаю, вот я не президент Академии наук. Ее вроде бы даже реанимировали, нет, хуже, лучше бы реанимировали. И вроде бы Академия наук сельского хозяйства, вроде бы как сделали престижной к общей Академии наук, вроде бы ее уже, а это значит, никому до садоводства теперь дела нет, портфели новые, меньше портфелей и прочее, прочее, много чего не до этого, так? А почему я говорю? Я говорю, что сейчас, если, допустим, там, я не к ученым обращаюсь, а к чиновникам. Им дана команда импортозамещения. Ну, вложат миллиард этих рублей, 10, 100 миллиардов, триллион. Все равно все эти деньги погибнут. Не будет ничего. Можно вложить миллион, там, 20 миллионов в какой-нибудь большой сад, там, 20 гектаров, 100 гектаров, 1000 гектаров. Пройдет несколько лет, и ни одного рубля отдачи не будет, ни одного яблочка, я вообще не говорю про абрикоса. Это железный факт, это железная логика моя. Я сильно много знаю, наверное, больше всех в России. Вот. А обговорю я, знаете почему? Потому что нужно как? Нужно в каждом институте, может быть, за счет других отделов. Вот. Нужно быстро курсы переквалификации. Быстренько перейти на серную технологию, вот, быстренько размножить книги Курдюмова-Железова, которые мы напечатали. Вот. Умный сад, как перехитрить климат. Лучше бы еще, учитывая, что не ученые, идти дальше, еще заняться более серьезно вегетативной гибридизацией, так? Вот. Быстро выкупить эти семена, пока они не выброшены или частично не разошлись по неграмотным, неопытным рукам, вот, взять тем, кого, смотря где, я сам мог бы объехать 5, 10, 20 мест и сказать, вот здесь будут расти абрикосы. У меня интуиция особая. Вот здесь будут яблоки, вот здесь груши, вот здесь сливы, вот здесь все это будет расти.